Всем привет! Сегодня у нас очередная такая вот гора посылок, мега распаковка. Здесь 18 посылок из разных магазинов. В основном это GearBest, но есть и другие магазины, например, AliExpress или, допустим, вот эти с запаса они пришли. Я, как бы, мне не нравится этот магазин, потому что мне часто они ничего не отправляли. Но вот по последним акциям, которым я что-то покупал, оно все пришло, то есть и поприходило. И то ли магазин исправился, то ли у них какая-то там поменялась политика, или не знаю, но действительно приходят. Поэтому в нашем телеграм-канале я публикую акции сейчас, и если что-то интересное попадается у них в магазине, тоже на них публикую. Вот. Ну, давайте все распакуем и дальше уже посмотрим, что у нас поприходило. Вот такая вот куча посылок. Давайте будем по очереди на все смотреть. Итак, давайте начнем с более крупного, с вот этой вот коробки. Вот, и постепенно будем на уменьшение идти. Я не помню, что здесь. Что это может быть? О-о-о, растращили, капец. Уничтожили коробку, растращили мою гитарку. Гитарка это из Том Топа. Вот она. Блин, такая игрушечка хорошая. Ну, вообще, пластик. Блин. Обидно, конечно. Да, грустно, грустно. Вот так она была. Тут струны натянуты. И такая вот игрушечная укулелька была. Маленькая, вот. Все растрощено. Обидно. С Том Топа это пришло. Очень жаль, конечно, но вот тут трещина. Раздолбалась полностью гитарка. Жалко, конечно. Так она сделана прикольно. В общем, ну, в целом мне очень нравится. Единственное, что она вот хлипкая и не выдержала насильства нашей почты. Вот. А так, в принципе... Пластик ничем не воняет, не пахнет, то есть, ну, отличная, хорошая гитара, просто опасно ее, она хрупкая, и опасно ее нашей почтой доставлять. Ну, ладно, откладываем. Жалко, конечно. Далее вот такой вот набор, это из магазина Гамми, ссылка тоже будет в описании. Это здесь, получается, разные головоломки. В общем, надо тренироваться. Интересная штука, можно... Здесь, получается, колечко надо снять, да? Ха. Да, прикольные вещи. Тут просто выкрутить, что ли? Или как? В общем, надо сидеть и разбираться, вникать, как это все разбирается. Интересная инструкция тут есть. Да, есть здесь инструкции, то есть можно будет посидеть, повникать, как это все разбирается, поломать голову. Вот, интересная вещь, очень мне нравятся эти головоломки, тоже какие-то сущие копейки они стоили. Решил взять себе попробовать. Коробка примятая. Вот, но ничего страшного, как бы дошла. Набор ничего критичного, потому что он металлический. Также не щадила почта и вот этот вот поезд, новогоднее украшение в виде поезда, из дерева он сделан, такие вот вагончики сделаны, кстати, очень прикольно, ну, сделано действительно очень качественно, но вот оторвалось, видите, надо будет подклеить, это, не знаю, барабан или шапка, это барабан, барабанчик. Вот, оторвался, потому что, ну, реально, наша почта уничтожала, старалась изо всех сил уничтожить мои посылки. И получается, гитару уничтожили. Тут вроде все хорошо. Ну, единственная вещь — паровозик. Украшения под елочку поставить уже в этом году поздно, конечно, но в следующем получится и поставим. Единственное, что вот этого мишку нужно подклеить. Причем мишка тоже немножко надорван.
Вот, видно, нет. Цепляются они друг к другу вот такими вот крючочками. Паровозик. Отличный паровозик, мне очень нравится. Единственное, что да, он в вот таком вот плачевном состоянии пришел. Вот, особо, если захочешь его кому-то подарить, ну особо и не подаришь. Ладно, пошлите далее. Далее это вот магазин Запалс. Давайте посмотрим. У меня уже коллекция. Это кто-то из подписчиков прислал ссылку, что вот у тебя в коллекции не хватает такого вот Супер Марио. И я реально его заказал сразу. Давайте посмотрим. Хороший Марио, прикольный. Выглядит классненько. И давайте посмотрим, как он будет. I love you, говорит. Ну, как, в принципе, и многие. На усике здесь одном краска стерлась немножко, но в остальном все вроде бы хорошо. И ребенок как раз играет сейчас на телефоне в Супер Марио. И будет ему актуально. Давайте сразу посмотрим вот этого вот робота. Это тоже, я так понимаю, фонарик должен быть. Не должен быть, а точно фонарик, я уже увидел. Вот, давайте его посмотрим в коллекцию. Он обрадуется. Итак, где здесь кнопка? Здесь нажимается сверху кнопка. Класс. Так, робот. Это, я так понимаю, Звездных войн робот, да, наверное. Вот, далее откладываем. Далее. Далее у нас тут много чего интересного. Далее. Вот, набор латок, я не помню, в каком магазине его заказывал, по-моему, GearBest тоже, но... так, у меня велосипеда нету, но есть у ребенка велобег, но там он, по-моему, бескамерный. Но латки — это такая вещь, которая может пригодиться, поэтому должна быть. Итак, смотрим, что у нас здесь в наборе. Вот такие вот, не знаю, зачем они, крюки достаточно. Три штучки. Вот, надо посмотреть инструкцию, как оно влатается вообще, зачем эти крюки нужны. Так. Вот такой вот клей, я так понимаю. Rubber Solution. Потом зачищать, металлическая штучка. И набор латочек. Вот. Получается 6 маленьких, 3 побольше и 2 больших. Отличный набор. В такой пластиковой коробочке. Инструкция есть, как применять. Вот, отличный набор. Буду пользоваться, если приобрету велосипед. Ну, в принципе, как бы в планах есть, поэтому решил с малого начать. Далее, вот это вот, что это у нас? Это у нас... Ту-дум! Blitz Wolf Sync and Quick Charge Cable. Это, скорее всего, либо Banggood, наверное, магазин. Давайте посмотрим. Кабель Blitz Wolf. Ссылка будет в описании, я, конечно, найду, где я его покупал. Так, здесь бумажка даже с лапой такой. Так, и... Не раскрывается, да, больше, только два вот так получается. Вверх тормашками. С одной стороны и с другой. Ну, неважно, инструкция. Давайте кабель все-таки достанем. Кабель прикольный, и покупал я его, потому что кто-то написал, что он классный микро-USB кабель с прикольной вот такой вот держалкой. Скруточкой для того, чтобы можно было его скручивать. И я поэтому не удержался и тоже его себе купил. Прикольный действительно кабель. Это, скорее всего, Banggood, потому что это Blitz Wolf. Это в основном у них продается. Вот такой коробке он идет интересный. Откладываем. Далее. Далее вот такой вот проводочек тоненький. Для 3.5. Он мягкий такой и реально мягенький. Мягенький проводок. С прикольными такими штекерами. А вот здесь добавлена пружинка на изгибе. То есть там, где часто ломается кабель, добавлена пружинка. Я, кстати, давно где-то увидел
вот эту вот фишку, когда добавить пружинку, и брал из ручки, обычной ручки, одевал, накручивал на кабеля на зарядке пружинки, и действительно это помогает, действительно кабель служит дольше, не перетирается в этих местах и не ломается. Вот, но это я как бы использовал на обычных зарядных кабелях, не на 3.5. Вот, это джек, мини-джек, отличный кабель, такого яркого цвета, чуть я его не порезал, отложу сейчас нож. Вот, ну, мне нравится, яркий цвет такой прикольный. Хочу подключить колонки не по Bluetooth, а Xiaomi-шные колонки к своему моноблоку, не по Bluetooth, а через такой вот кабелечек. Купил их несколько, там еще идет. Вот, откладываем. Далее, флешечка. Флешечка на 32 гигабайта. Обычная такая вот Made in China 32 гигабайта в виде ключа. Давайте на нее посмотрим. Здесь у нас обычная такая бумажка, ноунеймовская флешка получается. Вот. 32 гигабайта. Обычная. Какой-то мусор на ней. Вот. Сейчас нажму на паузу, поставлю ее сразу. Вот здесь есть небольшие косяки по металлу. Вот. Сразу поставлю ее проверять скорость. И пока дозаписываем видео, она уже проверится. Поставил флешку проверять скорость, но скажу сразу, я ее не успел еще вставить в USB, она уже определилась, то есть ну, мгновенно. Поэтому я подозреваю, что у нее совпадают драйвера с какой-то моей мышкой, ой, с моей флешкой, которая уже была установлена в системе и подтянула сразу драйвера моментально. Вот, ну пока откладываем, добавлю картинку скорости, и ссылка в описании будет на скорость. Давайте посмотрим дальше. Вот такие вот часы. Мама просила в коридоре, часы ей нужны были для того, чтобы понимать в коридоре, когда находится, сколько времени находится. Вот такая вот была приобретена. Получается, сюда можно ставить там ручки, карандаши и так далее, и тому подобное. И часы сами, они вытягиваются. Причем как они тут вставляются. Вот, вставляются. Ну, я бы не сказал, что качественная конструкция это все, но учитывая стоимость, они там немного недорого стоили, ну, имеет место быть. Вот такие вот часы. Давайте их попробуем включить. Включаются вот они в самом низу у них. Кстати, они дальше не засовываются. В самом низу батарейка. Оп. Давайте вытянем эту пленочку. Заиграла? И заиграла мелодия, но очень тихая эта мелодия. Я не думаю, что кого-то ей можно разбудить. Поэтому должны здесь где-то быть настройки, я думаю. Кстати, наоборот, здесь, ну, обычно делают назад с левой стороны, а вперед с правой стороны. А здесь наоборот, вперед с левой, а назад справа. Время сразу, ой, время, градусы сразу есть. Это мы что, алярм написано, это мы что ли устанавливаем, во сколько зазвенеть нам что ли? Здесь еще выбирается мелодия, но почему-то они очень тихо играют. Сейчас попробую донастроить и попробую завести будильник, чтобы послушать, как играет будильник. Выставил вроде будильник. Давайте послушаем, как он будет играть. Заработал будильник в назначенное время. Но почему он так громко, тихо, то есть работает, я не знаю. Я не нашел здесь какую-либо настройку, чтобы сделать громче. Вот, нашел только смену мелодии, да, то есть мы когда выбираем будильник, вот здесь можно найти как бы другую мелодию выбрать, но они все такие тихие, то есть, ну, как будильник я не могу советовать вот эту вот, вот эти вот часы. Выглядят симпатично, допустим, на рабочий стол поставить и натыкать сюда ручек, на ребенку на рабочий стол, ну еще куда ни шло. Ну а как будильник использовать их возле кровати, я не думаю, что есть смысл, потому что играют они очень тихо, ну вообще как бы ни о чем. Откладываем.
Далее у нас вот такая вот коробочка Xiaomi-шная. Потихоньку как бы тарюсь Xiaomi-шными по скидкам приколами, но пока еще не придумал, куда их буду применять. Вот такая вот металлическая здесь штучка выпала. Я не знаю, зачем она нужна. Это у нас сейчас распаковка, мы поэтому просто посмотрим, что это за комплектация. Вот здесь нарисована эта металлическая штучка, но... Или что это нарисовано? Все на китайском, непонятно. В общем, нужно погуглить, для чего это и зачем я ее купил. Я так понимаю, это какой-то пульт управления. То есть поворачиваешь, подключаешь к нему, к этой коробочке. А, я понял, зачем эта пластиковая штучка. Открывать крышечку. Как бы не сломать ее, воткнуть надо или как? Ага. Вот, подключаешь к ней какую-то технику Xiaomi-шную и потом, ворочая, просто переворачивая этот куб, настраиваешь на какие-нибудь движения, выключение там света, например, или еще что-то, и ворочая этот куб, получается, ты можешь ими управлять. Вот так выглядит внутри, открыли, такой прикольный куб, хороший пластик, очень мне все нравится. Так, единственное, как мы там теперь ее закрыть, вот, чтобы правильно, чтобы попасть. Ага, вот так нужно, еще просто так не закроешь. Итак, закрыли, вот такая вот металлическая здесь штуковинца у нас для открытия ее есть. Я ее пока прячу, потому что я даже, если честно, не читал вообще, как ее применять, зачем она и так далее. Вот, купил на эмоциях, вот, а дальше уже буду разбираться. Откладываем. Далее, уже осталось немного вещей, давайте посмотрим. Купил самую дешевую миланскую петлю для своего бипа. Получается, у меня проблема была с тем, что у меня съезжал он все время на косточку и очень давил. Поменял ремешок местами, и теперь получается, ну, вот этот клястик, он, ты когда там цепляешься за вещи или еще что-то, он цеплялся за этот клястик, и часы съезжали на кость. А теперь я его поменял, что клястик теперь находится с этой стороны, да, то есть нормальное положение, он находится с этой стороны. Теперь он у меня с этой стороны, и, соответственно, он, если цепляется, то съезжают часы в эту сторону. И теперь не давят мне на кость, руки не болят и так далее и тому подобное. Но когда совет спрашивал у людей, у меня есть видео про это, что я как бы нашел выход из этой ситуации своей, но эта ситуация сугубо личная, да, то есть потому что не у всех руки болят и так далее. Вот, и мне посоветовали купить миланскую петлю. Миланская петля, минус ее в том, что она на магните, да, вот здесь такой вот магнитик, и второй минус, что она металлическая, то есть, ну, особо не покупаешься с ними, если ты захочешь покупаться. Вот, идет комплект с четырьмя вот такими вот ножками. Получается две, с тремя получается, две, которые этот, и одна запасная. Вот сам браслетик и магнит. Плюс здесь, если получается магнит, то может не будет работать компас в часах. Честно сказать, и не очень он-то и нужен, я им не пользуюсь. Ну, давайте попробуем пристегнуть это. Крепится, магнитится очень хорошо. Единственное, что через вот эту вот сеточку, немножко послаблю, наезжает на косточку. Ну, посмотрим. В общем, поношу их и посмотрим, как будут впечатления с ними. Вот, что у нас осталось. Давайте посмотрим Акара. Акара тоже из этой оперы про Xiaomi. Что купил, не знаю пока зачем. И что теперь нужно выяснять, зачем я это купил. И что это такое. Ну, мы посмотрим. Это какой-то... Ага, это датчик для сигнализации, для дверей. Идут, вот сам датчик. Получается, что у него магнитика нету. В общем, для сигнализации датчик подключать. Идут здесь вот наклеечки двухсторонние. Здесь есть свои наклейки, и плюс к ним еще можно дополнительно приклеить вот такие вот.
датчик, потихоньку будем делать умный дом. Здесь инструкция, инструкция все на китайском. Вот. Ну и по чуть-чуть, по мере возможности, по мере поступления денег, покупаю эту всю технику. Вот. И в итоге, может быть, когда-нибудь снимем видео, как это все будет организовано у меня. Вот, откладываем. Далее, далее давайте посмотрим на ZenMax, вот эту вот штуку. Это у нас ключ универсальный. Он в смазке или в чем-то, в масле каком-то. В какой-то смазке он. Вот, ну и суть в чем. Мы вставляем его, одеваем ключ, и вот здесь на пружинках меняются штуки, и они, получается, можно открутить что угодно, там любой болтик и так далее. Вот. У меня с собой нету ничего, но посмотреть, вот как оно здесь сделано. Все сделано туго, очень туго и качественно. Как долго оно проживет, я не думаю. Я думаю, что долго, потому что, ну, ZenMax, в принципе, фирма хорошая. Мне очень нравится. У меня долго проживет, потому что пользоваться я ей буду редко. Вот. Но на всякий случай купил, потому что бывают случаи, когда там не знаешь, с какой стороны подойти к болту и с каким инструментом. Ну, я редко как бы колупаю самостоятельно в автомобиле, допустим. В хозяйстве по-любому пригодится, тем более была акция, купил, по-любому пригодится. Давайте, осталось немножко. Вот эта вот штука тоже, по-моему, с запался. Это у нас, просто распакуем поближе, посмотрим. Это походная штука такая, сделана из пластика. Вот эта вот штука сделана из пластика. Я почему-то думал, что будет алюминий, как минимум. Ну, то есть металл должен быть. Вот, в общем, вешается на пружинку ватка вот сюда, и потом вставляется сюда пружинка, и потом светом наводится на эту ватку солнечные лучи. И, по идее, ватка должна загореться. Вот так это выглядит. Сюда вставляется ватка, и потом ты наводишь на эту ватку солнечные лучи, собираются лучи, и она зажигается. Как это в процессе будет выглядеть, мы посмотрим, когда будет не так как пасмурно, как сейчас. Вот, поэтому пока отложим ее. Вот, давайте посмотрим теперь на вот эти наушники за 99 центов. Кстати, они сделаны неплохо так. AKG. Амбушюрки. Единственное, что тут в комплекте амбушюр нету. Тоненький такой. Хорошо нажимается. Действительно, ну, я Samsung. Неплохо сделано. Качество хорошее. Зажим ездит еще. Неплохого качества. Ухи сидят неплохо, то есть, ну, прикольно сделано. И действительно, такие неплохие наушники можно за 99 центов приобрести, чтобы были. Как играют, я потом послушаю. Зачем потом? Сейчас послушаю. Играют, сейчас тише сделаю. Играют действительно бомбово, но у них чересчур много басов. То есть, они такие бум-бум. И объемная, как я когда их только одел, такое ощущение, как будто я в кинотеатре сижу прям под этими колонками. Бум-бум-бум такое. Низкие тоже есть, валят хорошо. Действительно хорошие наушники, если кому-то нужны проводные наушники, могу смело советовать. Действительно хорошее, неплохое качество и играют хорошо. Далее осталось у нас фонарик Zenflare и QC-вашный наушник. Давайте все посмотрим. Про наушник, скорее всего, вывод будем делать потом, когда я уже его поиграю с ним. Сейчас просто будет распаковка. У меня там уже скопилось и QC-Y, и PPB021 наушники. Уже несколько наушников скопилось. Несколько видео буду снимать про них. Получается инструкция. Инструкция у нас на английском языке. Да, инструкция на английском. Все отлично. Вот, я так понимаю, что и они будут на английском. Идет в комплекте проводочек. Проводочек обычный, маленький, коротенький, но сделан качественно. QCY Q26, 26-я версия. Вот, амбушюрка. Амбушюрка идет маленькая, средненькая. Он идет, это как hands-free для телефона, для одного уха. Я особо не пользуюсь, я пользуюсь наушниками, но, ну, опять же, задумка хорошая, но вот кнопка управления, она будет упираться в ухо и будет не совсем удобно. Ну, я, конечно, попробую, сделаю потом вывод, отдельное видео сделаю про него, вот, пока мы его отключим. Ну, и последняя на сегодня посылка.
Это фонарик Zenflare. Вот такая идет коробка. О-ринги запасные. Инструкция на английском. И есть русский или нет? Да, примечание. Вы можете загрузить руководство по использованию на английском языке на нашем веб-сайте. И дальше тут все на английском. Давайте посмотрим. Я сейчас пользуюсь конвоем S2+. Но он немножко великоват. И решил еще завести себе маленький фонарик. Ну, это мы потом прицепим. Давайте сейчас посмотрим, как он горит. Так. Сделано все хорошо, качественно. Голова не откручивается. Xiaomi-шная батарейка, она сюда заходит с таким, как туго, как патрон. Шук, заехала просто. Шук, гладенько. И не болтается совершенно в нем. У меня недавно был фонарик, в нем любые батарейки болтались просто. А вот тут шук, так зашла. Приятно очень, как она заходит сюда. Ладно, давайте включать. Фонарик-то нам не то, как батарейка заходит. Так, включился сразу. Ага, есть режим яркости, тускло, поярче, еще яркий. Да, получается три режима. Это получается максимальный режим. Это средний, а это минимальный. Средний и максимальный. Минимальный, средний, максимальный. Еще только что обнаружил, что не обязательно нажимать кнопку полностью, можно легонько ее нажать, и он, то есть, ну, немножко совсем нажать, и он будет менять режим без щелчка. То есть можно выключить, включить, и он меняет режим, а можно просто легонько нажимая. Отличный фонарик, буду таскать его в своей с собой в сумке. Вот, ну, очень доволен им, очень хорошее качество. О-ринги интересно есть здесь. Получается, здесь есть один о-ринг. Вот, и два запасных. Ну, либо можно еще один добавить сюда. Я думаю, лишним не будет, если добавить. Вот такая вот распаковочка у нас получилась. Все товары, в принципе, отличные. Единственное, что мне не понравилось, это часы, потому что у них будильник вообще играет, не пойми как, тихо-тихо. И, естественно, гитара не понравилась, потому что, ну как, она мне понравилась, как она сделана. Вот если бы она была целая, я думаю, она бы мне очень понравилась. Вот, но она разломанная пришла, то есть наша почта ее уничтожила. Или, я не знаю, может, ихняя почта уничтожила и к нам уже пришла уничтожена. Все остальное мне очень понравилось. Я, как бы, очень доволен этими всеми покупками. Напомню, что у нас есть телеграм-канал, где публикуются скидки на все эти товары, которые я покупаю. Я в основном, там 99% товаров я покупаю со скидками, которые публикуются в канале. Плюс у нас есть бот MyPriceBot, в котором можно скинуть ссылку на товар, который вас интересует. И когда цена уменьшится на этот товар, либо когда появится купон на нее, вам прилетит оповещение. И у нас еще запустился один канал, Sales Tech называется, в котором публикуются скидки из разных каналов в автоматическом режиме. То есть собирается по разным, по самым популярным каналам информация о скидках и публикуется в этом канале в автоматическом режиме. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!